Воскресенье, 30 января, и сегодня в городе Вольск проходит соревнование «Царь горы», в результате которого мы все-таки узнаем, кто на ней царствует. Ты смотришь «Imagine», «Геометрия», «Рус», «Саратов». Ну, сегодня здесь происходит, расскажите нам поподробнее об этом. Сегодня здесь происходит первый открытый чемпионат по сноуборд-кроссу. Так называемое название, которое мы сами придумали и которое будет проходить ежегодно, это «Царь горы». Подобные мероприятия вы уже проводили или это первый для вас такой опыт? И сами ли вы участвовали? И можно будет вас видеть сегодня на горе? Нет, сегодня меня на горе не будете, не увидите, потому что я буду являюсь организатором соревнования и главным судьей. Сам я, естественно, раньше участвовал, вот, и это такое подобное соревнование областного уровня мы проводим впервые. И какие-нибудь пожелания, как это договориться, чтобы там, я не знаю, гора скользила или что-то еще? 7 футов под килем, как морякам, наверное. Представили город Саратов, Банк Экспресс Волга, в прыжках на катке с трамплина, с ледяного. Просто мы решили летний экстремальный вид спорта перенести в зимний. И все возможно. Летом ролики, зимой коньки. Вот так же, как и ребята показали нам катание на велосипедах зимой. Почему нет? Мы активный банк для активных людей. Мы любим такие мероприятия. Мы любим драйв, экстрим, скорость. Мы любим город Вольск. Поэтому мы здесь. Присоединяйтесь. Что ты сегодня здесь забыл? Забыл много счастья, позитива и всего остального, и хорошей компании. Давно катаешься? Года 4, наверное. Да. До этого на санках? На санках, лыжах, парашютах, на всем, на чем можно. И как успехи? Ты уже съездил с горы? Ты уже... Спустился, да, квалификация, не знаю, что будет дальше. Первый раз и чисто попробовать, а там не знаю, как выйти. Какие-нибудь пожелания участникам соревнований? Не спать, никогда не спать. Вообще великолепное настроение. Давно катаетесь? Ну, лет 5, наверное. Почему тогда сноуборд? Ну, потому что сноуборд – это, ну, круче, чем лыжи. А какие-нибудь пожелания для участников? И, наверное, себе, раз вы еще не выбыли. Ну, все хотят победить на самом деле. Ну, победить сильнейший, тут однозначно. Спасибо вам за интересный рассказ. Не за что, приходите еще. Ты смотришь «Imagine», «Геометрия», «Саратов».